let me spin around, yeah. I would like to move like I had to die. I don't wanna stop, do it right now. I'll spin me, I would like to dance. Что ж, наша ночь четверга продолжается, и в Fashion Room TV заглянул в кальяну, который недавно открылся под названием «Шейх». Собственно, что я хотел узнать, мы сейчас пообщаемся с одним из посетителей, чем выгодно отличается данная кальяна от всех остальных? Вы знаете, я сравнительно вот по отношению к другим заведениям появился здесь вот совсем недавно, может быть, недели две назад. Мне здесь очень сильно понравился, в первую очередь, оригинальный подход персонала именно к посетителям. Вот насчет кальяна я точно сказать не могу, потому что я не любитель кальяна. Но... Ты любитель Sony PlayStation? Да, кстати, со Sony PlayStation вот очень оригинально. Можно провести здесь время с друзьями, попить там кофе даже, что-то... Возможно, там из алкоголя поиграть, приятно провести время. Но в первую очередь, мне очень нравится то, что здесь определенные комнаты закрытые. И можешь находить свои компании, никто тебе не тревожит, не мешает. Ну, кроме персонала. Но персонал здесь, честно, большое спасибо. Отдельно хочу сказать Юле, которая здесь работает с самого открытия. И бармен Санат. Если бы не эти люди, возможно, здесь столько бы количества людей не приходило. В принципе, основное вот мнение положительное. Советую там всем друзьям сюда приходить. На самом деле, друзья, перед интервью я посмотрел меню и просто был повергнут в шок. Я увидел, что существует кальян на картошке баклажане. Просто это вообще что? Ты вообще вот представляешь кальян на картошке баклажане? Не знаю, я убил тут название кальян медуза, в принципе. Здесь оригинальный подход к некоторым вещам. Ты вот, курил медузу? Пробовал как-то. Ну и как она на вкус? Током не бьет? На самом деле, я не стал говорить, советую просто это попробовать людям. Это что-то новое и необычное. В принципе, все об этом заведении. Можно сказать, только все очень хорошо, оригинально. И, в принципе, если в этом ритме они дальше продолжат, они добьются очень достаточно больших результатов. Что ж, друзья, на самом деле слова можно говорить очень много, но лучше один раз прийти и попробовать, особенно кальян на картошке. Fashion Room TV здесь, и мы возьмем интервью у посетительниц, которая просто сияет лучезарной улыбкой. Наверное, это все от кальяна. Добрый вечер, как вас зовут? Здравствуйте, Настя. Что вы можете сказать об этой кальянной? Вы знаете, здесь не только изумительные кальяны, но здесь очень замечательное обслуживание, очень вкусная еда. Просто поварам просто отдельный респект. Все очень просто замечательно, комфортно. Знаете, как дома. Чувствуешь себя здесь реально как дома. Ну, я заметил, картишки тут раскидываются. Да. Играем в карты с друзьями. Не гадаешь? Нет, не гадаю. А то я бы хотел знать. Я постоянно проигрываю, но меня не смущает. Знаешь, в любви повезет. Может, у тебя кто-нибудь смотрит Fashion Room TV и увидит тебя, и поэтому... Можешь сказать имя, фамилию, тебя добавят ВКонтакте, и будет тебя муж. Не хочешь? Спасибо. Вещает стадион Петровский, где играет сегодня Бавария и сборная России, я так понимаю. Германия, Россия. Ребят, как вы думаете, сможет ли Россия выйти с первого места? Однозначно сможет. Однозначно. Даже не обсуждается. Мы русские, ё-моё. На самом деле, я припалил, здесь была игра «Зенит-ЦСКА», и просто я не мог не спросить, что творится с ЦСКА? Что, где Лёня Слуцкий, где Дзагоев? Они просто, не знаю, дома остались, не смогли выйти на матч и проиграли с очень большим счетом. А вот вы тут курите кальян вообще, или вы просто играете просто в сонечку? Конечно, курим. И какой кальян курите, какой можете посоветовать нашим зрителям? Я думаю, на молочке очень хорошо курится кальянчик и с какими-нибудь экзотическими фруктами. А с картошкой? Просто мне картошка не дает покоя. Ну, я пробовал это. Серьезно? Да, на дегустации была с картошечки, то есть как бы хороший кальянчик. Почему нет? Спасибо.